Итак, нужно дать название и компании, и мое игру, имя. Так. Не, надо что-то крутое, ребята. А ну-ка, давайте чат, подскажите, как назовем компанию? Чат, как компанию назвать? 1, 2, 3. Чат, я пока сделаю себе настоящего мужчину. Рыжим я не буду, а выбор не очень велик. Наверное, вот таким подлатом. Это азиат, это 100% азиат. Так. Я хочу свитер. Так, я читаю чат. Арена гладиаторов. Это такие игры можно. Йола Геймс, пиздобола. Ну давайте, да, надо Майкл Блэк, точно. Мичаэль Блэк. И сделаем вот этот... Не, черным я его делать не буду. Это потому, что у него родители такие неправильные. А компанию назовем Сокол Про. О, и свитер какой-нибудь такой... хорошенький, красивый, что все партнеры видели, какой у меня свитер, и такие: о, с ним надо заключать контракт. Сокол, сейчас инк надо точно, хотя нет, нам не нужен инк. Так, но мне нравится вот такой свитер. Сейчас, вот где он, как бабушка связала прям, где он, вот он, бабушка мне связала свитер, и я пошел в гараж папы, чтобы сделать мне игру обучение. Так, если вы хотите посмотреть сообщение по обучению, нет, в помощь я не буду заходить. Обучение. Поздравляем, вы только создали свою собственную компанию разработки игр. В настоящее время ваш офис находится в гараже вашего папы. И вы единственный сотрудник, но это не волнует, не волнуйтесь. Много успешных фирм проходили это. Я настоящий Стив Джобс. В общем, я этот чувак. Давайте начнем создавать вашу первую игру. Закройте сообщение. Ага, закрыл. Достижение. Поддержка. Купить игру. Отлично. Я играл раньше на пиратке, а теперь решил поддержать разработчика и купить профессиональную игру. Прежде чем браться за разработку, надо определить. Это я знаю, ваши опции первоначально ограничены, но будет состояние та-та-та-та-та-та. Игра первая. Называем. Бои гладиаторов. Тематику. Что будет? Средневековье. Жанр. Что-то какое? Экшен, наверное, да? Ой, а на PC это... PC, доля рынка 56. PC! Так, он для PC, он для Love, больше никаких. Средневековье, экшен. Или приключения. Бои гладиаторов. Больница, хирургия, боевые искусства. Может, боевые искусства? Нет, средневековье. Нет, давайте создадим... О, я знаю, Game of Shoes. Симулятор. Симулятор игры шуз. Roleplay game. Все, следующее. Текстовая основа, естественно, как уж прям как делаем просто чистую игру шуза. Так. Разработка игры проходит 3 этапа. Начально каждого этапа можно решить, в каких областях игры вы хотите сосредоточиться. Хорошо, подумайте о том, какие области являются важными, и снизьте внимание на областях, которые, на ваш взгляд, менее важны. Движок. Ну, движок там не надо. Нам история квесты и геймплей чуть больше, а движок, он вообще почти не нужен. Еле-еле. Нет, вообще не надо. Чуть-чуть меньше геймплея. Оп. Делаем игру. Разработка игры началась. При разработке вы будете генерировать игровые очки, которые отображают пузырьками. Игровые очки делятся на очки дизайна и очки технологий. Чем больше очков генерировать, тем лучше будет игра. Отлично, время от времени также будут генерироваться очки багов, и очки становятся менее вероятным, как только получится опыт. Баги увеличивают время и затрат на разработку игры, до релиза они будут исправлены. Хорошо, вот у меня уже 2 бага сразу же. Уже баги в игре. Так, диалоги надо полностью. Дизайн поменьше. Вообще не нужен дизайн. Привет, поздоровайся, Данка. Всем привет. Привет, Данка. Макс репост. Сделаешь мне чай? Во время разработки вы можете также выбирать дополнительные функции для своей игры. Прямо сейчас вы можете выбрать основные звуки, но ваша опция скоро увеличится. Выбор дополнительных функций делает игру обычно лучше, но также увеличит ее стоимость. Вы будете видеть типический графический тип, который вы выбрали, так, когда вы определили игру. Это должно напомнить вам о вашем выборе. Вы не должны изменять тип графики,
Не можете изменить тип графики середины игры. Хорошо, текстовая основа. Звук. Дизайн мира, наверное, побольше. Графика не очень нужна нам. И звук, естественно, прям фу. Долбит, долбит, долбит нормально, как хачи клеит. Вот. Нас тоже будет долбить. Ну же. Это будет просто игра года. Я тебе отвечаю. Разработка первой игры завершена. Вы можете нажать кнопку «Завершить» для публикации игры. Нет, у нас есть баги. Так, нет, без багов. Это на рейтинги повлияет. А мне бабушка шила свитер и обещал быть хорошим. Так, давайте еще один шарик. Оп. Все, завершаем. Багов нету. Итак. Разработка завершена. Я получаю экспу. Бонус. Новая комбо, новая тематика. Комбо. Майкл Блэк меня зовут. Потому что у меня родители были, типа, очень оригинальными. Я белый, но я черный. Так, работаю над игрой. Так, хорош. Сейчас обзоры. Сейчас обзор. Оп, отзывы. Ребята, им не нравится. Боже мой. Публике не нравится. Говорит. Кого забанить? Сейчас, секундочку, ребят. Так, все, я здесь. Я в шоке. Но ничего страшного. Первый блин комом. Пока вы разрабатывали игру, получал опыт и опыт. Вы можете использовать, чтобы открыть новые опции для вызова этого исследования. Так. Но ничего страшного. Новички. Так, новички в игровой индустрии только что выпустили свою первую игру Game of Shoes. Игра получила умеренный ответ от рецензентов. Нам любопытно, что Сокол Про писает в будущем. Деньги давайте, нам деньги нужны. У нас 39 косарей. А копии-то сколько продали? 3 косаря. В первую неделю, ребят, это... Я надеюсь, что вы тоже купили копию каждую. Если вы не купили, я обижусь. Так, игра в продаже, вы будете получать доход от игры каждую неделю. Вы можете увидеть, насколько хорошо воспринята ваша игра, глядя на график в продаже в верхнем правом углу экрана. Так, вторая неделя у меня... Еще... Ох! Уже 6000 копий. Боже мой! Это игра года была. Так, давайте еще одну игру запилим. Так, давайте. Что было популярно в 90-х? Даже начиная в 90-х. Популярна была больница, потому что многие бандиты били людей, и они попадали в больницу. Бандиты Петербурга. Жанр. Экшен. Больница экшен. Приключения. Симулятор. Давайте. Симулятором будем лечить бандитов, которые из Петербурга. Гениально. Так, платформу. Я, конечно, хотел бы на Г этот, но стоимость разработки намного дороже. А я люблю компьютер, потому что я не признаю больше никакие эти всякие приставки и прочее. Бандиты Петербурга на супер графике. Фух, давайте. Движок здесь нужно повыше, история, квесты поменьше. Больница, симулятор. Немножко квестов больше. И геймплей интересный нужен. Да, Call of Duty. Действительно, можно просто делать Call of Duty и просто делать одно и то же. Просто добавлять немножко говна в каждую игру и делать ее хуже и получать больше денег. Дизайн уровней должен интеллект поменьше. Диалоги вообще нам не нужны. Как-то так. Все сейчас будет круто. У меня 8.6. Игровая история, генерация. Что-то... Баги, я делаю баги, мне нужно их фиксить, я их делаю. Что ты творишь? Графика вообще нужна. Звук не нужен, дизайн мира поменьше. Это же 2D. Call of Duty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, я миллионер. Так, я продал 8230 копий игры Шуса. И мне принесло 57645 долларов. Нормально. Так, давайте сейчас. Посмотрим, да, отчеты нужно будет делать.
Как отдохнул? Отлично отдохнул, спасибо. Спасибо, ребят. Так, давайте. Ой-ой-ой, я тут клепаю игру, делаю. Ну хватит, багов нет уже. А то деньги закончатся. Новый рекорд опыта. Все, я рекордсмен игры. Выпускаем игру. Игра. Так. Потребители предпочитают более низкую. Во-во-во, это идет, скатывается. Все. Эксперты говорят, что я могла знать. Во-во-во-во. Нет. Подожди, она говорит наоборот. Ничего страшного. PC One Love. Восьмерка! Бандиты Петербурга! Восьмерка! Приятная игра! Петербурговские бандиты! Обожают их! Мои бандиты! Девяточку дай! Девяточка! Аж Я подавился. Но ничего страшного. Игра настолько успешная. 36 фанатов. У меня 36 фанатов. Вы представьте, 10 тысяч. Рекорд компании. И это только начало. Боже мой, я миллионер. Бандиты Петербурга просто... лучше не бывает. Уже 150 косарей. Сейчас мы, наверное... Хотя отчет, зачем мне делать отчет, если у меня игра идеальная? Так, японцы хотят сделать Nintendo. Я не буду делать Nintendo. Генерация отчета, да. Давайте посмотрим, что было не так, почему не дали десяточку. Все сейчас будет нормально. Давай. Ну, так. Отлично создают комбинацию. Движок, кажется, весьма важен для этого типа. Движок. Движка не хватило. Хорошо. Хорошо. Так. Исследование. Что можно исследовать? Давайте исследуем. У нас денег пока что много. Я хочу новую тематику. Детектив, Запад, спорт. Спорт, футбол создадим. Новый движок. Что? Все сейчас будет профессионально. Продажи завершились. 20 косарей почти. 140 тысяч. Боже мой. 154 фаната. Я просто гигант игровой индустрии. Я исследовал спорт. Все, делаем новую игру. Спорт. Жанр. Стратегия. Боже мой. Я надеюсь, это как FIFA будет. Наверное, все-таки... Экшн. Нет, стратегия. Симулятор. Симулятор спортсмена. Симулятор. Все любят... О, назад, подождите, название. Бандитский футбол. 2D графика. Графика красивая будет. Так, что нужно делать? Так, отчеты. Подсказки, я это понял, плюсики, это хорошо. Движок, квесты нам вообще почти не нужны. Геймплей нужен. Ну чуть-чуть, нет, вообще не нужно. Движок максимуму. Сейчас будет миллиард фанатов. Я просто уже вижу, как вот здесь будет. Так, диалоги, вообще диалоги не нужны. Интеллект, это нужно. Уровень нужен, дизайн. Так, Nintendo вышла. Вообще нам не нужна эта Nintendo. Кому она нужна, если есть PC? Вот скажите мне. Дизайн мира нужен, звук нужен. Блин, а вот это все надо. Все ж надо покрасивее. Хотя дизайн мира поменьше. Все, сейчас будет самая лучшая игра. Я перееду с папиного офиса, точнее гаража, в... Так, баги, в куда я перееду? Я не знаю даже, куда я могу переехать. Так, привет, Майкл Блэк, мы являемся создателями Гефт и хотели бы поблагодарить за поддержку нашей игры. О, пожалуйста. Самая первая игра и очень много значит. Я, серьезно, вы молодец? Я знаю. Большое спасибо. Так, давайте, еще один пузырик. Пузырик, оп, 14, все. Ну, новый рекорд. Новый рекорд. Движок, отличная история. Просто все, по-моему, шикарно. Релиз гейм. Что же будет? Первый отзыв. Бандитский футбол. Ну это же бандитский футбол, только не давай мне шестерку. Оп. Восьмерку. Восьмерку. Спортсимулятор. Отличное сочетание.
Почему так мало? Это же шикарная игра! Десятку! Тебе! Одна из лучших! У меня лучше FIFA! Боже мой! Одна из лучших! Я лучший создатель игр! Бандитский футбол! Я даже хочу рассказать вам об этом! Вы играете за бандита, у вас есть пистолет. Вы играете в футбол. Так, я только что прошел бандитский футбол, и мне нравится ваша работа. Я занимаюсь... Нельзя пройти бандитский футбол! Хотя нет, пусть можно будет. Я занимаюсь заключением договоров и есть при применении вашим навыкам. Если будут проблемы с деньгами, просто дайте мне знать, я найду для вас какую-то работу. Хорошо, Джейсон? Контракты. Теперь я могу быть контрактником. Так, денежки, денежки, приходят за игры. Сколько? 20 тысяч продать надо. Пожалуйста, продай 20 тысяч. 20 тысяч! Боже мой, эта игра... Еще и фанатов, 300 человек фанатов! Сегодня вышла Nintendo. Так, а ну-ка, хочу посмотреть. Надо что-то сделать, новый жанр. Новый движок. А у меня нет, наверное. НЛО, музыка, нет, ничего интересного. Что же есть еще? Так, контракты. 13 недели, дизайн персонажа. Мало платят, мало. Оп. Создать новую игру. Давайте новую игру другую создадим тогда. Движок свой изучаю. Не могу изучить движок. Вот, смотрите. Я не могу нажать на него. Тематику могу, движок не могу. У меня, наверное, РП нету, я не знаю, где их взять. А он обезобен. Нет. Так, средневековье. Не, боевое искусство, Mortal Kombat. Экшен. PC. Так, я название, наверное, не выбрал, да? Бандит Комбат. Боже мой, это самая лучшая игра будет. А, чё ты делай? Хорошо, сделаю. Mortal... Геймплей, движок вообще нужно по максимуму. Синие очки. А, я понял, ребят. Синие очки исследования. Сейчас мы их залутаем, наверное, правильно говорю? Заправим, залутаем. Завершилось. 22 тысячи копий, 160 косарей. Да-да-да, я понял. РП это исследование. Баги фиксим. Точнее, мы делаем. Диалоги немножко надо. Интеллект нужен поменьше. Вот. Как-то так. Доту. Доту рано делать. Дота еще не вышла. Да-да-да, мы сейчас запилим туда лучшие треки из сборника пистолетова, и мы получим миллиарды. Дизайн нужен, графика нужна, звук чуть поменьше. Сейчас будет все отлично, уже 60 исследований почти. Ух, у меня багов там. Не игра, а сплошные баги. Оп, оп, еще что-нибудь, ну один шарик, пожалуйста. Отлично. Технология 10. Новые технологии. Новый рекорд. Отличная комбо. Выпускаем. Отзывы. Отзывы. Боже мой. Десяточку. Хочу 10. Эх, приятная. Бандит комбат просто. 5. 6. 6 нормально подойдет. Можно было лучше. Тебе там сейчас лучше. Там след... Ну, ладно, я соглашусь, типа, ну, говорю, нормально. Шестерочка, семерочка. Главное, чтобы не пятерочка. Так. Сколько я продаю уже? Копии просто разлетаются. Горячие пирожки, все хотят их. Я просто король игр. Так, давайте пока исследование сделаем. А, нет, вот, да. Я не должен ничего выбирать. Ну, ладно, не буду я ничего выбирать. Так. Да, ребят, эти игры я продаю через магазин shoes.pro. Если вы хотите купить Bandit Combat, зайдите туда и купите обязательно эту игру. Так, я создал движок. Могу, собственно, игровые движки создавать. Монозвук. Исследование. Так, давайте сначала игровой отчет Bandit Combat. Что им не понравилось?
Так. А, не тратятся исследования даже. То есть они не то, что остаются, там надо определенное количество, а они просто тратятся. Число продаж 1 000 000, я бы же... Игры, прошедшие с ТЭС, а игра с контроллером только веселее, чем с клавиатурой. Ууу, балабол. Движок, кажется, очень важен для типа. Движок надо было максимум. А, вообще все хорошо остальное. Движок не пошло. 12 090 000 долларов, нормально. Так. Создать свой движок. 2D графика, линейный сюжет. Сохранение есть. Best. Не-не-не, это еще рано. Движ V1. Ну это самое такое уж. 90 000 стоит. Грабеж. Я сейчас создам новую игру. И, ну, с новым движком. И все будет отлично. Качайся. А, хорошо, а как качаться? Я вот не качаюсь, надеюсь. Сиквел. Кстати, можно сделать сиквел или нельзя уже еще? Пока нельзя, наверное. Сейчас... Да ё-моё. Last of Man. Так, первый движок готов. Я могу попробовать его в следующей игре. Создать новую игру. Так, что я могу сделать? Спорт, боевые искусства. Но теперь средневековье и приключения. Естественно, экшн-симулятор. Давайте еще. Давайте лучше экшен, да, сделаем. Хирургия. Оперировать бандитов. Так, симулятор, точно. Доктор и не, надо как-то бандитский доктор, что-то такое надо. Так, игровой движок здесь. Так. Доктор Бандитос. Отличное название для игры. 2D. Ой-ой-ой, новая графика. Да-да-да, вот как вы думаете, откуда? Так, сохранение, вот надо побольше. История квесты, движок, геймплей поменьше. Вот думаете, откуда у Шуса игры? Шус.про, откуда там игры? А это я их делаю, я сижу в гараже и игры делаю. Диалоги надо побольше, интеллект. Интеллекта поменьше, нам не надо, симулятор, интеллект. Дизайн for the win. Сейчас все будет хорошо, я уверен. Ну и звук надо крутой. Здесь надо все балансно. Баланс. Так. Короче, рассказ. Больше разработчиков уходит на рынок, но целевая аудитория достижения, или что это было? Бандитский хирург. Доктор Бандитос. Мне кажется, лучше будет. Так, пусть он сейчас... Я включу свет, одну секундочку. Пусть он пока игру сделает до конца. Еще круче. Это ж можно? Оп. Так, ходят слухи, что Бандитский Петербург — лучшая игра года. Так, ой, давай еще одну маслинку. Не, у меня денег, куда все деньги делись? Украли меня. Новый рекорд, новая комбо, новая тематика. Выпускаем. Просто сейчас бестселлер ever. 10, 10, 10. Смотрите. 7, 10. Сукин ты сын, инфор... Я помню, я как-то с ним гулял. Он хотел, чтобы я ему жвачку дал, а я-то не дал. У меня ж не было жвачки. Я бы... Естественно, я бы дал им жвачку, но они, суки, такие люди. Алчные. Эх. Ну ничего, я вот фанатов... 445 фанатов. То есть уже есть аудитория 500 человек. Ну, 20 000 копий.
Опять новая консоль-то, заебали своими консолями, уже слов нету. Одни консоли, как будто нельзя ничего сделать больше. Так, все. Не отвлекаемся. Делаем... жанр. Нет, исследование. Где исследование? Исследование. Гейм-дизайн. Целевая аудитория. 30 тысяч, 15 исследований. А что в тематиках-то? Музыка, энлоуд. А как открыть новые тематики? Дикий Запад. Целевая аудитория. Давайте целевую аудиторию прокачаем. Вебку давай. А вот... нет. Тематики, ну нету нормальных тематик. Это выгодно. Но мне не нравятся консоли. Я не люблю консоль. Так, ладно. Обучение. Звук моно. Сейчас мы потратим немножко денег. Сейчас, сейчас, сейчас и будет. Оп. 165 тысяч принес мне бандиты. Бандиты-докторы. Я сделал симулятор хирурга с диалогами и хвостами. Так. Исследование, монозвук, да. А у меня денег. А, у меня нет исследований. Создать... это не движок мне надо. Игру новую хочу. О! Я могу создавать игру для взрослых, детей. Выбор очень для... выбор правильной аудитории для вашей игры очень важен. Выбранная вами... да ё-мо! Также играет роль. Некоторые платформы популярны в определенных возрастных... так. PC. Так, я вам готов показать целевую аудиторию консольщиков. Вот она! Для детей! Хочу показать... ну, это PC, естественно. Ну, и для всех iPad'ов. Но 013 это, естественно, консольщики. Так. Больница, средневековье надо будет. От 17. Бандитский Рим. Ё-моё. И будет ролплей-гейм. Точно, точно. Экшн-симулятор. Ну, я хочу такую. Можно такую? Доля рынка 38%. Ах ты, сука, еще 80 тысяч хочешь. Эх. Дорого. Выбрать движок. PC, RPG, средневековье. Экшн симулятор. Экшн. А ну-ка. Симулятор средневековья, действительно. Экшн симулятор. А где больше плюсиков? В симуляторе. Симулятор средневековья. И для всех. 30 тысяч. Ё-моё. Это, наверное, Йола будет. Геймплей, квесты поменьше, наверное, надо будет. И движок, движок побольше. Движок нужен. Как-то так. Цезарь. Привет, Цезарь. Гладиаторы в эфире. Точнее, на чате. В чате. Диалоги. Симулятор, да, надо. Интеллект нужен. Все нужно, по-моему. Дизайн уровня интеллекта поменьше, диалога поменьше. Бандитский Рим. По-моему, да, действительно все очень правильно и логично. Сегодня вышла еще одна консоль для детей. Но мы делаем для мужчин, настоящих мужчин. Звук нам не нужен. Дизайн мира чуть похуже. Но графика будет вообще симулятор же. Ё, если это провалится, я огорчусь. Сейчас баги фиксим. Еще чуть-чуть. Вышла еще одна консоль, теперь их еще 20 штук. Эх, нету рекорда. Так, выпустить игру. 2D графика у меня апнулась, это хорошо, наверное. Так. 10! Дай 10! Хорошо, хорошо, десятку дай. Дай десятку, дай десятку, девяточку. Я играю днями. Семерочки.
Просто бесконечная игра. Девятку дай. Какая семерка? All Games, ах ты пидор. Эх. Бандитский Рим, не защит. Ничего страшного, уже сразу 20 тысяч копий. 24, 25, 26, 27, 28 тысяч, 29, 30. Новый рекорд, по-моему. Ранг 12, 14. Это круто. Наверное, в 14 топе, 14 место. Или нет. 34 тысячи копий. А фанатов-то сколько? Боже мой, просто человек-бандит сидит и создает игры по своему прошлому. Так. Ну, я имею 323 тысячи. О, 256 косарей. Новый след. Казуальные игры. Так. Исследование. Где это исследование? А где они? Казуальные-то. А, вот они. Симулятор школьника. На консоль. Кстати, да. Есть вариант. Есть вариант. Сейчас мы забахаем еще одну крутую игру. Сейчас. Здесь надо закончить. У меня 5 исследований. Создать новую игру. Для всех. А ну-ка, платформа. Стратегия казуальная. RPG. Я хочу создать стратегию. Я просто хочу стратегию. Здесь будет. Надо экшен. Надо экшен. Ой, стратегия. А тематика стратегии. Средневековье, точно. От 17 лет будет. Хотя. Движок. Видишь, на этот. Так, надо выбрать теперь аудиторию. В средневековье. Прошлое моего друга. Как-то так будет игра называться. А вот только возраста надо придумать. Ребят, а ну-ка, чат, подскажите. 0 или 17+. Ну же, мне нужна помощь. Средневековье было, ну и что? Ну и что? Неинтересно я стратегию боевых искусств. Сейчас чат почитаем. Было, не надо. 17+ пишут. 0, 17, 17. 17, 0, 21, 20. Плохие оценки будут. Нет, все будет нормально, я уверен. Ну что, где стратегия? Действительно, да. Хотя там кровь, кишки. Все за 17+. Я верю чату. Чат не будет меня обманывать. Так, история квесты. Поменьше движок, максимум геймплей, максимум. Квесты нам не нужны. Нам нужно хуярево устроить в этой игре. Плохие оценки будут. А почему? Я сделал прекрасную игру. Для взрослых мужчин. Че ты задумался-то? Давай работай. Диалоги нам не нужны. Интеллект нужен. Дизайн поменьше. Кровь, кишки, стратегии. Да. Если колесиком прикрутить, то покрутить можно приблизить. И кровь, крови сколько будет. Здесь каждого врага будет выливаться 10 литров крови. С каждого. Плевать, что за враг. Там будут маленькие черви. Из них тоже будут маленькие собаки бегать. Той терьеры. Если ее убить, из нее вылезет 10 литров крови. Какая игра. Так. Дизайн мира и звук. Нормально сейчас будет. Сейчас будет. Так, планета ГГ. Так, нет. Я Стив О'Коннелл, репортер. Нам слушал, что компания развивает игру для взрослой аудитории. Хотели. Дадим интервью, отлично. Мы опрыгуем интервью, так-то, так, все. Интервьюшку дал, я звездой, он станет компания. Компания работает на своей первой игре, предназначена взрослая аудитория. Майкл Блэк владелец, генеральный директор, еще и хозяин гаража, и совладелец, и компании, еще и продюсер, еще и звуковой режиссер, и будет просто... Просто все. Человек, все. Мы думаем, что игроки хотят более взрослого содержания в играх. Мы готовы рискнуть и преподать им это.
Многие эксперты игровой индустрии говорят, что рано или поздно игры для взрослых станут более распространены. Нам любопытно увидеть, как рынок будет реагировать на эти игры. В человеке 12 литров. Так, 5 литров пишет. Да меньше 12, вы что? Разработка отличной игры не единственный рецепт успеха. Крайне важно поставить ажиотаж вокруг игры, чтобы игроки кайфовали. В начале вашей карьеры очки ажиотажа в основном будут генерироваться от случайных событий. Но после того, как получите больше опыта, вы можете использовать маркетинг и другие стратегии для генерации очков ажиотажа. Ажиотаж 14. Когда я перееду из подвала, спрошу Терентий. Терентий, я папе обещал, что подвал будет чистотее еще один год. Так, ажиотаж, ажиотаж. Интересно, будет падать или наоборот, выше? 13. А было сколько? Было 14, да? Так, давайте сразу, короче, плевать. Было вроде 14. Сейчас мы сделали игру года, я вот уже вижу это. Самая лучшая игра из всех игр, лучших игр. Выпускаем. Первые отзывы. Прошлого моего друга. Так, хватит мне там звонить. Девятка! Еще! Еще! Девять! Кто там говорил, что мне плохие оценки дадут? Кто? Кто? Я тебя найду! Говорит, не дев... Дайте десят... Десять! Десять! Прошлое моего друга хит! Хит игр! Миллионы! Миллионы людей бегут в магазин, чтобы купить прошлое моего друга! 50 тысяч! Это произошло просто рекорд компании. Мы просто купаемся в деньгах. Я беру... Так, составили 100 тысяч копий уже. Я заработал капитал. 150 косарей. Пф, у меня 1,2 миллиона. Я сейчас возьму этот шкаф, вытащу книги, забью его деньгами и буду в нем валяться. Так, теперь у вас есть большой просторный офис, можно нанять новых сотрудников, стать компанией с мировым именем, начать производить хиты и бестселлеры. Игра года, да! Теперь вы можете обучать своих сотрудников с целью повышения квалификации. Пробуйте сделать это за счет курса менеджмента. Пройди этот курс и можете нанять первого сотрудника. Для начала закрою сообщение, ну хорошо, нанять. Давайте кого-нибудь наймем, действительно. Нам нужен один, по-моему, один, по-моему. 200 тысяч копий. Так. А, тренинг надо пройти. Тренировка. Управление персоналом. 25 тысяч! Да я эти, на эти деньги себе... Не знаю. Еще не придумал. Так. Я смотрю, так, что-то пишут в чате. Почитаем чат. Так, пишут, что 10 спор, короче, сколько литров. Скрипт сработал, поэтому получил 9 из 10. Неправда! Вы мне завидуете. Так. Согласно нашему исследованию рынка, недавно вышедшее. Эта игра была игрой года, а вы просто не могли до нее... Просто писали, что она не будет. А я говорю, она будет! Я поверил! I believe! У меня была страсть, у меня было все для этого. Я сделал эту игру. Я сделал. Так. Я могу нанять негра, наверное, кого-нибудь. Открыть вакансию. Высокий бюджет увеличит число претендентов. А различные тесты помогут найти с правильным балансом навыков разработки технологий. Так. Демо-версия. Бюджет. О, я могу все свои деньги на бюджет. Давайте сначала, ну, сколько там? 50 тысяч на... А что такое шоу-рил? Алгоритмы, наверное. Я очень... Я просто, да, я верил, ребят. А вы не верили и говорили, не затащит. Она затащила. Да сами вы скрипт. С растущим интересом к видеоиграм есть также растущая аудитория для журналов видеоигр. Так, эти журналы предлагают новый способ для разработчиков игр продать им предстоящие проекты. Так. Похоже, что... Так, приехал в офис, располагается в известном технопарке, и сейчас ищет новых сотрудников. Компания известна другими играми. Прошлого моего друга, Матисский Рим, все время работала в гараже. Один из фанатов прошлого моего друга заявил: «Я не могу поверить, что у них не было до сих пор надлежащего общества. А тигр разрабатывал всего лишь один единственный человек, гений! Я с нестерпением жду игр». У меня 2,5-2,6 тысяч фанатов. Представьте, 2,6 тысяч фанатов!
Маркетинг, маркетинг. Давайте исследуем, исследуем пока. Я ищу кого-то. А, у меня нету кредитов. Новая тематика. НЛО, музыка. Ну почему такие плохие? Давайте, не знаю, монозвук. А, это тоже РП. Сейчас мы игру одну сделаем. Так, кто захотел? Кто захотел? Келли. Скорость 10 тысяч просит. Так. Уровень. Что? Так, 140. 59. Технология 177-12. 140, 59. Так. И все, да? Так. Ну, этот быстрее учится, как я понял. А, быстрее делает. А вот этого наймем. Мендес. Еще и негр, да? Так, позвали. Новым новым сотрудникам нужно некоторое время, чтобы адаптироваться. Когда эффективность персонажа низкая, вы видите полоску работоспособности рядом с ним, работоспособности. Со временем полоска будет медленно заполняться. Обычно хорошая идея является провести тренинг для новых сотрудников. Доступно ли средние игры? О, а это хорошо. Так, я должен подготовиться для снижения. Так, тренируйте, тренируйтесь. Для пиратов. Учебники. Код не закончен, не повторять на себе. Самородки геймдева. Заставьте. Наверное, вот это. Они же знают, кто я такой. Ух, у меня все 300. Ой-ой-ой-ой. Все будут знать, что я сделал хит сам, и все будут покупать мои игры. Наверное. Ой, мои книги. 2,6 миллиона принес хит прошлое моего друга. Боже мой. Я просто... Так, что мы делаем? Я не знаю, зачем он что-то учит. Он отдыхает, с него вырастает красная полоска. Давайте, тренировка. Тренировка, давайте потренируем негра. Не зря же негр. Специально. Тренинг новых сотрудников. Я тебя потренирую сейчас быстренько. И сам немножко почитаю книги. Сейчас у него немножко вырастет полосочка. Так, опять однако... Ну... Так, так, сможешь ли затмить? Идите нахуй своими консолями, мне нечего сказать. Тренируем? Давайте еще потренируем. Так, игру надо создать. Нет, движок, движок. Сейчас, исследования. Какие есть исследования? Монозвук, новая тематика. Дайте мне новую тематику. Средние игры. Музыку изучить. Мне не нравится. Привет, босс, у меня есть навык работы в системе безопасности, но я думаю, что могли сделать некоторую модернизацию системы безопасности в офисе. Я провел некоторые исследования, думаю, что вложить 50 косарей, мы могли чувствовать себя безопаснее. Ну давай, 50 косарей. Я сейчас этим займусь. Так. Мой подчиненный уже готов работать. Так. Мне кажется, недавнее расширение приступили к разработке больших игр. Большие игры могут быть замечены большим количеством людей, и это может пригодиться. Издатель может продвигать вашу игру во всем мире. Он также поможет фонду при разработке. В свою очередь, издатель получит большую часть прибыли. Но как игра продастся намного больше, это того стоит. Я смогу связать его с некоторыми издателями. Таким образом, ты можешь посмотреть доступные контракты. Просто сообщи мне. Поиск издательского контракта. А ну-ка. Отличный способ, а ну-ка, давайте посмотрим. Для средних игр, так. Чтобы воспользоваться этими пацанами, нужно подписать контракт. Условия продиктованы контрактом, обратите внимание на все детали контракта, особенно на минимальную оценку. Если оценка вашей игры будет ниже минимальной, то вам придется выплатить издателю немалый штраф. Кроме того, важно обратить внимание на авторский гонорар. Чем быстрее вы сделаете игру, тем быстрее больше денег получится с договора. Больницы, экшен, штраф. Вам 75 тысяч. Ой, да идите вы нахуй с такими. Вообще ничего не получаю. Так, надо создавать, написали. Сейчас пробуем, давайте, хорошо. Исследование. Новая тематика.
А, у меня нет исследований сейчас. Исследования. Как он там? Что не хватило? Почему? Сегодня вышла еще одна ебаная консоль. 21-я, по-моему, уже. Сейчас будет... Так, прошлый моего друга готово. Интеллект кажется весьма важным. Создает комбинацию средневековья и стратегия. Платформа отлично. Платформа аудитория от 17 лет PC. Отлично! Школьники играют со своими консолями. А мы создаем мужские игры. Так, где... Что я хотел? Движок, игру... Нет. Терентий говорит Unranked. Unranked играют женщины. Терентий, если ты меня слышишь, то... Ты женщина или нет? Скажи мне, пожалуйста. Ты женщина? Game of the Year. У меня сейчас 2 миллиона. Я сейчас по-быстренькому разобьюсь немножко. Новые тематики. Открой старый, я понял. Кактус. Йоу, кактус! Создать... Еще, наверное... А что я... А ну, посмотрим. Новая тематика. А, я даже нажать не могу. Хорошо, давайте... Создадим новую игру. Тематику. Дикий Запад. Кровь, кишки в Диком Западе. Это то, что нужно. Экшен. Ну и PC, естественно. 17+. Так. Ковбой с ВС. Гладиаторы. Вот это просто среднее. Это не инди даже будет. Это просто будет хит. Почему? Что следующее? Что-то тебе не нравится? На денег, деньги есть. А, жанр слетел. Экшен. Action. 2D графика. Все. Сейчас будет Game of the Year. Так, создание более крупных игр является важной задачей. Важной задачей, в отличие от небольших. Я не хочу не читать, потому что это скучно сейчас. Так. Шус. Алло. Здравствуйте, я представляю компанию Владимир Жириновский Incorporated. Мы слышали, вы производите игры, значит, в 2D графике самые современные. Да, самые. И мы хотим заказать игру, значит, где Владимир Вольфович будет ходить с трусами поверх штанов. И побеждать всю оппозицию, значит. И в конце, конец игры, цель, значит, победить верховного главнокомандующего и стать президентом. Вы возьметесь за это? Да! Отлично. Я хочу, чтобы эта игра получила оценки минимум 6. И чтобы она была следующей. Следующей. Только закончим ковбоев против гладиаторов. Чувак, вот ты сейчас немножко ошибаешься. Ты делаешь, наверное, сейчас для студии, да, игру? Нет. Ну, я вижу, как ты, это, стадия раз... Это инди-проект ты сейчас делаешь? Нет, вроде. Не знаю. Ну, с издателем связался, да? Да, ничего не связывался, ни с кем не нажимал. Ни с кем? Нихуя, 1500 человек тебя стримит. Сейчас мы сделаем это еще больше. Аве, публика, блядь, давно не видел. Я соскучился по тебе. Я тоже. Так, а теперь подскажи мне, а как мне определять персонал? То, что делать? Дизайн. Наверное, он будет геймплей, не делает дизайн, правильно? Да, типа, короче, так. Чувак, который отвечает за дизайн, он не делает технологию. А который техника у них там синяя, то те делают больше в технологию. Ага. И типа, видишь снизу цвета? Синий, зеленый, красный. Красный, да. Это типа оранжевый, а синий, типа технология. Тебе наоборот, а зеленое среднее? Да, тебе надо делать, чтобы там оно как... Ну, ты, да, не забывай про историю квесты. Все-таки это ковбои и гладиаторы, а не хуй в стакане. Ну да? Это экшен, экшен. Ну ладно, хорошо. Подожди, геймплей надо. Или нет? Значит, Владимир Жириновский против всех следующая игра, ты меня понял. Я очень ненадолго, потому что я скоро ухожу. Надолго? Не надолго. Я приду, может, 9 и что-нибудь приду. Так, ну хорошо, я Михаэлю доверю геймплей, потому что квестов нету. Майкл Блэк, это ты? Да. Понятно. Но я белый, мои родители были странными. Понятно. А знаешь, как я знал, что ты стримишь? Откуда? Мне чувак на тушь написал. Говорит, там Димка стримит игру, я хотел у тебя ее купить, а у тебя ее нету. Ну нету, так нету, шо ж поделать. А я же создал эту игру, и она, кстати, не была хитом. Я сказал всем, что игры, вот, которые я создал, вот, допустим, история старого друга, она продается у тебя в магазине. А это хит. История старого друга? Да. Это какая? Я на нем заработал 2,5 миллиона. В смысле, какая история старого друга?
ты просто поздно пришел. Я создал игру, которая там история старого друга. Ага. Она была бестселлером. Я смотрю, диалоги, блядь, вообще там на уровне. Так. Назад, вперед. Дело, дизайн уровня, наверное, экшен не надо. Никогда не делай все так плохо, делай чуть-чуть выше. Чувак, игра будет очень плохой, ты меня извини, но... А мне кажется... Это будет сортир просто сейчас. Посмотрим. Ладно. Я думаю, 2-1, 2-1 на 1. Вот. Мои... Сейчас будет... У меня 2 миллиона! Эта игра будет хитом! Это для взрослых мужчин! Каждый день выходит какая-то консоль. Найми кого-нибудь, блядь. У тебя 2 человека, это очень много. Очень мало. Тебе нужно хотя бы 3. А. Я брал 4, короче. Ну, я брал себя и еще 2. Так вот, ты мажором еще 3, и нормально было. Ты Лиза там вообще свои консоли какие-то уже создавал. Графика надо. Дизайн мира. Бля, чувак, поменьше. Это будет, блядь, самая ужасная игра. Я в гараже делал лучше, я тебе говорю. Подожди, я на эту игру потратил $1 миллиард. Ей пизда, она обречена. Я уже просто по... Нет, я не могу потеть. А не могу, и он потеть не может. Ё-моё, что делать? Чего? Ладно, я на себя возьму нагрузку. Эта игра еще не вышла, но тебе говорю, ты ёбаный банкрот. Просто дизайн мира. Полный пиздец. Базовый звук. Ты вообще движок новый делал или нет? Никогда. Все нормально. Сейчас ты узнаешь, что такое лучшая игра года. Похоже, сейчас игры приключения очень популярны. Все, я тебе говорю. Подожди. Я немножко подожду, сейчас баги вот создаются. Я понял, ты русский разработчик, нормально. Call of Duty делаю. Ты сейчас заказал сделать им что-нибудь? Нет, я ничего не, с кем не собирался. Не, я вижу, что ты больше закидываешь в исследования, чем вообще куда-либо в игру. У тебя багов, блять, 1/6 часть игры, понимаешь? У меня есть игра баги. Игра про то, как... Надо немножко подождать, наверное. Чувак, нет, когда баги пофиксишь, чтобы не завершить и ужасайся. Хорошо, ладно, не буду ждать. У меня 1,6 миллионов, так. Поехали, Дим. Новая тематика, новая комбо, бонус 1,5, движок, уровень. Да, это радость. Геймплей. А сейчас будет неприятность, диктуй. Сейчас, дизайн, еще, ладно, я пропускаю. Просто задержка сейчас на стриме. Сейчас, подожди, а как можно быстро? А, вот. Не знаю, как это сделать. Так, улучшенный пользовательский опыт и редактор уровней. Так, первые отзывы. Сейчас будет десяточки. Да. Нет. Что там, Димка? Нет! Димка, сколько? Я так понимаю, короче, все, конец. Нет! Меня подставили! Не, я же говорил, там все будет не очень хорошо. 3-4, это мы. Это ужасно. Игра в сортире. Игра просто в сортире. Ну подожди, деньги она принесла немножко, 80 тысяч. А на разработку было потрачено? 200 где-то. Ну хорошо, я хоть чуть-чуть, я почти отбил. Ничего страшного. Закажи себе еще человека, срочно нанимай еще. Так, нанять, а сколько поставить? Еще одного минимум нанимай. Хорошо. А сколько мне бюджет на это? 1000? Ну, 70. Так, какие у меня? Демо-версия, шоурил, комплексные алгоритмы. А у тебя этот кто? Он более синий. Это, наверное, шоурил. Что ты заказывал? Шоурил или... Я хочу, чтобы... Нет, заказывал алгоритмы. Алгоритмы. Значит, да, теперь заказывай шоурил. Шоурила. Ну, давайте мне шоурила. Давай. Отличный отзыв. Просто нет слов. Ну, просто это единственный человек, который может тебя сейчас как-то поднять. Есть человек. Так, первый. В Миках в Вулве есть Райан Харт. Он супердизайнер. 177, технология 22. А есть 250-149. Тебе нужен отличный дизайнер, и чтобы у него была очень хорошая скорость, видишь, скорость. Да, вот 20 косарей просит. Ну, ладно, у меня миллионы. Ой, о, он опять, чувак, все негры! Райан Харт, он очень сильный. Бери. Нет, другого взял. Зачем? Он же медленный, у него 120, он вообще, блядь, работает. А у него зато сколько опыта, он профессионал. Ой, ты ошибаешься, браток. Надо, ну ладно, если ты взял Вульфа этого, уже хуй с ним, да? Он же черный, его надо срочно на подготовку. Отправляй Вульфа на подготовку. Так, я нажал. Левой кнопкой по нему отправляю. Слышь, что я тебе вообще-то? Давай, игру про Жириновского. Хорошо, сейчас. Обучение, так. Тимка, у тебя было 2200 когда-нибудь? А вот я не помню, вроде было 2... Наверное, нет. Наверное, нет. Бьем рекорды скорости. Тренировка, да? Отправить в отпуск. Отправляю его. Пошел отсюда. В отпуск ты отправляешь, который устал, а второго надо тренировать там с тренировкой новых сотрудников, короче. А я, наверное, отправил, он нормально был. Ну ничего страшного. Угу. Я не против, то что он. Не тяжело? Да. А что ты делаешь? Владимир Жириновский против всех. Так, привет. Я слышал, что вы добились значительных успехов в игровом бизнесе. Да, и начали расширять штат. Ковбой-гладиаторы наши, блядь. Я обновил список.
Так, если хотите договоры, скажите мне. Разблокированы контракты среднего размера. Так, а этот тренируется, сейчас он закончит, значит, Димка, а вот, значит, не надо так говорить, значит, ты уже вот все забанен, и, типа... Зомби! Я буду делать зомби. И он сейчас же не играл, движок. Значит, такие игры, блядь, и не знает, как в них играть. Это мы там все просели в них по 70 часов и прекрасно все знаем. Я вот, можно сказать, так, первый раз действительно нормально играю. Вот правильно, вот кому ты говорил, вот я ему тоже говорю, закрой рот. Все правильно, я ему закрыл. 300 косарей мне, ковбой гладиатор. Сталкер 3, сейчас. Прямо, без первого. Никакой не сталкер, значит, сталкер 3 не надо, давай, Владимир Вольфович, я заказал игру. Хорошо, а там зомби должны быть? А, сейчас я проверю, у меня есть подписка или нет. Блять, есть. Монозвук, так, монозвук надо. Сейчас я потрачу 500 тысяч и сделаю игру, которая принесет мне 100 миллионов. Давай, так это не бывает, но давай. У меня будет, я так, сделаю игру. Уровня обязательно сделаю, это очень хорошая штука. Так, хорошо. А еще у тебя очень плохо, вот монозвук реально надо, потому что у тебя базовый звук, это вообще ужас, блять. Что, сегодня будет стрим? Нет, стрим будет завтра. У меня редактор ур... А, у меня нету исследований. А, я не могу. Ничего страшного, я сделаю... А что я могу сделать, чтобы... Я сегодня ухожу. А как исследование получить? Ну, надо там новые движки создавать. Ты создавал новые движки или нет вообще? Давно. Впервые. Там надо будет создать движочек один. Хорошо, сделаю еще. Катишься? Давай, но это очень дорого, так что ты там смотри, включай все, что надо тебе, и это. Ну, он слабенький, потому что я не могу. Но ладно, 150 тысяч вообще. Изи. V2, но я не знаю, как назвать его правильно, потому что он на чуть-чуть. Хорошо. Не, так если на чуть-чуть, тогда он не нужен тебе. А пусть будет, мне исследование надо. Ну хорошо. Там звук. Да, игровой движок 2 нормально, ну ладно, не важно. Так, объявилось, что консоль. Еще какая-то, короче, консоль появляется, какая-то заканчивается. Короче, одни консоли. Когда появится, короче, геймбой такой, как Тетрис маленький, ебашь на него игры, блядь. Ебашь просто игры. Я из будущего. Я пришел из будущего, я тебе говорю. Он захватит аудиторию на долгое время. А у меня вроде уже был. Что, с холодно в Крыму? Да, последние 3 дня было. Сейчас вообще заебись. Создать новую игру. Так, подожди, платформу Game Link, да? Угу. Так, ну думаешь? 50 косарей лицензии. Ну хорошо. Ну, так, для всех. Для детей или для всех? Для всех. Так, инди среднюю будем делать, назовем. Нет, не среднюю. Инди? Не делай среднюю, делай инди всегда. Вот ты сейчас делай инди, у тебя сейчас невозможно сделать нормальную среднюю игру. Хорошо, так, мы назовем эту игру. Владимир Вольфович Жириновский против всех. Владимир. Не, просто так много игра. Жириновский против всех пишем. Жириновский. Против всех. А в этом зомби будет или нет? Хорошо, неважно, это неважно. Это для детей, подожди, это надо... Нет, для всех надо. Ну да, так, а зомби, по-моему, для всех не очень. Вот, наверное, больница, а? Кстати, ребят, нет, с Resident Evil мы так там и не разобрались, это последняя серия. Что ты говоришь, Димка? Дикий Запад, точно. Нет, 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 Дикий Запад хуёво, зомби давай. Для всех... Вообще отлично, Жириновский. Мы не знаем, что там. Там, видимо, короче, в той комнате, где мы поставили щит, там он должен был лежать золотой щит, чтобы потом поставить золотой щит. Но его там не лежало. И мы как бы не знаем, что делать. Так, история квесты. Надо в геймлинге много. Геймплей... Так, движок будет. Движок надо по максимуму. Давай. Геймплей тоже. Квесты чуть меньше. Обучение. Графон нормальный, я смотрю. 2D графон, ебать, пиздячится. Я тебе говорю, просто сейчас так, топовая игра. Поставь всех... все, хотя бы на серединку поставь, понял? Ну, то есть, так вниз никогда ничего не убирает, а плохо кончится, понимаешь? Угу. Диалоги. Нам немножко надо... Дизайн уровней поменьше, интеллекта поменьше. Хотя не интеллект нужен, чтобы зомби вообще были. Ну и диалогов побольше. Ебать, что-то у тебя чувак крепко начался. О, сейчас у тебя может даже что-то и получится. Сейчас у меня будет игра всех времен. Но рестарт неизбежно, Димка, в этой игре, я тебе сразу говорю. Они просто неизбежны. Должен считать опыт, когда ты получаешь за каждую катку и... Хорошо, звук. Как инфа запретить игр в Крыму? Блять, как вы себе... Сейчас, Димка, извини, я просто расскажу, у меня нет слов. Как вы себе это представляете? У всех в России провайдеров IP практически, блять, одинаковые, понимаете? Базовый не ставь только моно. Они все практически одинаковые. Как можно в определенной зоне, блядь, запретить покупать игры? Особенно, если это зона свободная экономическая. Просто как? Как, блядь? При том, что есть куча реализаторов, типа моего магазина, есть Платиру и прочая хуйня, понимаете? То есть, где можно купить игры, реально купить дешевле, чем в Стиме. В общем и целом, это нереально. Это фейкач. Я, кстати, попытался еще, я думал, что за зашквар это вообще написал. Начал искать официальную новость от Гейба, короче. А ее нет! Ее нет! Врут. Все врут. Так, мне переводи, только что... Переводи. Переводить, хорошо.
Расшифровать. Спасибо за ваше участие. Вы успешно исследовали. Чужие. О! А если... Круто. Единственное, что они могут реально, то есть почему может Steam как не продавать, это нереально, вообще забудьте об этом. Но вот 1% из 99 это забанить всю Россию, короче. Новые рекорды. Новые рекорды есть, да? Да, сейчас у меня будет я игра. Я цифрочки просил, ты ж помнишь, на Жириновского. Да, выпускаем игру. Доступно исследование 3D-графика, а? Я еще в гараже так умел. Да? Да.